ТЕЗИС 13.8 Внутренний источник сионизма ⁇ жажда объединить материальное и духовное в единый божественный мир. Этот внутренний источник сионизма, который зачастую не осознается его светскими последователями, есть жажда объединить все проявления жизни в единое целое, когда еврейский народ живет в условиях Галута то осуществить это объединение невозможно, так как в Галуте проявления жизни основаны на отделении духа от материи и от жизни, и на противоречии между святым и будничным. Отрицая Галут, национальное возрождение при этом подчеркивает материальное и светское, и не признает святое, но тем самым оно само становится не менее односторонним, чем был до того Галут. В противовес этому мудрость святости, чья сущность сводится к видению единства в мире и к требованию полностью осуществить все стороны жизни нации, она выражает внутреннюю основу, дающую толчок к движению возрождения в земле Израиля. Цитата. Тора со всей силой ее внутренней логики обращается во весь голос к цельной душе народа. С ее помощью народ начинает чувствовать боль Галута, который не дает проявиться облику народа, преследуемого и скитающегося без руля и ветрил на чужой земле. Конец цитаты. Проявление национального облика во всей его целостности является высшим синтезом освобождения, включающего, цитата, «возвышенное благородство просвещения, и фундамент чистоты жизни во всей ее крови и плоти, воображении и чувстве, которые готовят базис для органической жизни, охватывающей возрождение полностью, от полной абстрактности и до реальной радости жизни во всех ее проявлениях». Конец цитаты. В этом суть событий, происходящих в наше время. Кавычки. Тайна нынешних перемен, кавычки, посредством этих событий святость выдвигает требования цитата, естественности, простоты, здоровья, нормализации в жизни, в ощущении, в мыслях и действиях. Конец цитаты. Даже если в процессе осуществления этого требования кавычки, мы загрязним со скверной кавычки, материального мира, это будет промежуточным этапом, с помощью которого, кавычки, мы приблизимся к выполнению требований природы, кавычки. Здесь проявляется в исторической сфере та диалектика, которую мы обнаружили в отношении между святым и будничным в сфере метафизики, то есть противоречие между святым, борющимся с природой, и святым, объемлющим природу заключающим ее в себе. Цитата. «С одной стороны святое в природе, то есть святость страны Израиля, а с другой стороны шхина, сошедшая в изгнание вместе с еврейским народом, то есть способность углубить святое вопреки природе». Конец цитаты. Но, как мы уже видели выше, смотри главу девятую, эта святость, противостоящая природе, не есть полная святость. Цитата. Полная святость является исправлением всего мира, при котором святое, присутствующее в Галуте, изгнании, соединится со святостью, характерной для страны Израиля. Конец цитаты.